непроницаемый туман с Амура. Вот Амур в той стороне. Смесь такая снегопада, тумана. 9 утра, с вами Юрич. Вот даже телевышка. Вышка связи, ее вообще не видно. Она каких-то 250 метров от меня вот уходит в дымку. Комсомольск на Амуре. Резко потеплело, минус 3 примерно. И вот такая вот странная погода. А я собираюсь за город, в лес. У меня тут шашлычки. Там дровишки уже наколоты. В общем, все готово. Ветерок неприятный немножко дует. Влажный. Неприятно тем, что он влажный. Он теплый, но он влажный. И очень неуютно. Был бы даже он по суше, но похолоднее. Стою в новой остановке. Самый наглый голубь залез даже сюда. Такой деловой. Бегал тут. Это вот все строили, строили. Наконец построили, когда лето кончилось. Ну, хорошо закрыто. Вопрос, сколько она простоит тебе. В центре города, перед администрацией. Вот она, администрация. Адам рулит. И там он бегает, человек. А говорю, самый лучший очиститель от снега, других не видно. Песочек посыпали, ну все, уже ледок застыл. Юз страшный идет на дороге, занос. Ну вот, наступила настоящая зима, хоть и тепло. Видно, вот замело снегом, замерз. Ручей никаких уже тонких льдинок. Хотя, конечно, может он хрустит, вот сейчас я шел тут по снегу. Но тем не менее, лед не выдержал, но тем не менее, видно замерзший. Следов даже мало. Снежок падал всю ночь, вот мышки какие-то бегали, тут лисичка, собака, вот это. Вот появились следы, кстати, более-менее протоптаны. Вон он, ручей течет, вон, незамерзающая часть. Ну не ручей, это как выбивается река, старая протока реки. Люди не ходили, хотя тут на тракторе вроде как ездил кто-то. Опять будете говорить, что камера трясется, но вот неровная дорога, засыпанная снегом, тут еще палки всякие на ней валяются. Поэтому не асфальт и не плитка. Как хорошо жить без бордюрочей. Суббота, народ спит еще около 10 утра, где-то без 5-10. Такой снежок пушистый падает. Ну кайф. Зато вот провалился. Вот, видите, хрясь провалился. Зато никто не сопит затылок, не толкается, как в метро, не тырит кошельки из сумочек. Потом будет минус 30, минус 40. Не особо выберешься. Сейчас можно кайфануть просто. Потом ждать весны будет, февраля долго. Выхожу я из леса. И тут бежит, шумит река. Падает такой снежок пушистый. Ветра как в городе нет. Следов никаких нет. Заберегов тоже нет. Сейчас буду зигзагами по камням идти. Ничего не видно. Спотыкаться аккуратненько, чтобы не вывихнуть ногу. А, ну вот забереги, где тихая вода появляется. Ну еще тепло. Вот сегодня минус 3 всего. Ну здесь может минус 5. Но это ни о чем. Хотя тепло от земли ощущается, потому что 3 дня до этого солнце было, жарило, пусть с ветром, но солнце было симпотное. Поэтому сказочно, сказочно. Тишина, звон реки, просто хрустальные снежинки. И я тут, и мои следы.
сейчас вот к берегу ближе подойду, сниму планчик такой. Ну, видимость вообще маленькая. Тумана тут чуть поменьше, потому что там Амура подальше. Ну, глубина еще приличная. Еще не так вода убыла. Вот здесь вот намерз лед. Вот это вот заливчик подмерз. Но он тоненький. Поэтому в сапогах я не сунусь туда, конечно. Журчит вовсю река на перекатах. Ну, время даже интересное. Вот сейчас самый таймень, самый ленок спускается, наверное. Хариус уже спустился. Резко упало за неделю, что я не был. Вот песочек появилось, дно вон там прогалины. Но все равно еще прилично. Ну, они же уже падать особо не будет. Будет промерзать сейчас. Ну, красиво, конечно. Красиво. На месте я уже. Ну, все идеально. Никого не было, кроме лисы. Недавно день-два пробегала лиса, еще даже снегом не засыпал ее след. Сейчас почищу, хоть куда присесть. Не, ну не зря его так прикрыл. Все равно нападало снега даже под низ, что некуда даже скинуть рюкзачок. Повесить, что ли. Ну а тут река бежит. Схожу до речки. Всего неделя, такие изменения. Именно со снегом. Река особо, ну, подмерзла, конечно, но не так, чтобы уж прям резко отступила опять. Зима, холод притормозил, хотя в Якутии вон сороковник. Изумительно. И туда она вниз уходит. Сейчас я даже орлана видел, летал орлан. Никуда он на зиму в Японию не улетел в теплую. Вполне себе приспособился тут. Значит, ему на прокорм хватает. Все поклонники вегетарианской кухни могут идти лесом. Лес это недалеко, это вот сюда. А у меня вот финиш уже. Чуть-чуть я отвлекся. Ой, елки-палки. Чуть это прям буквально последних минуты три подгорело. Ну ладно. Что-то я не... рассчитал с углями. Картошечка доходит тут еще. И будет полный комплект. Угли сейчас сдвину. Долго пришлось снег растапливать. Ну какие смачные. Все, в общем. Ну, ладно, уголь не мешает. Чуть-чуть лук пережарил. Тут у меня ведерко. Припер сегодня сковородочку. Обживаюсь помаленьку. Чтоб удобно было. Старая ненужная сковородка. Что, не на помойку ж выбрасывать. Все, садимся. Как говорится, кайфовать. Ради этого гурманства пришли. Ну, тут еще мысль была окунуться в проруби. Вот здесь вот. Вполне неплохое местечко. Ну, что-то ветерок. И плюс, конечно, без ассистирования плохо далеко бежать. На другой раз оставим, когда появятся забереги, когда уже лесенку я еще вот хотел сделать замену плыши. Ну, может, сегодня схожу, посмотрю туда. Ой, извините. Посмотрю, что там. Садимся за стол. Чай уже залит, скипячен залит в термос, чтобы не остывал. Все по уму. Ну и плюс тут еще есть волшебный напиток. Не ради рекламы, а просто чуть-чуть можно. Вот я перебрался по бревну, которое я отпиливал когда-то в теплые времена. Здесь уже вон лед появился. Там, где тихое течение, намерзает.
Пойду дальше сейчас по тропинке. По засыпанной. Но тем не менее, яма очень глубокая. Даже сейчас видно. Может даже там рыба есть. А, ну вон зацеп. Вот за эту палку я оторвал. Может даже он и стоит там. Оторвал я муску. Кстати, на обратном пути можно вот взять палочек. Ну не факт, что я переберусь. Ой, здесь совсем убыло. Где перекат. Практически уже. Потому что там вода. Мне интересно сходить, глянуть. Все, наелся. Картошки с мясом, с огурцами солеными. Напился чаю, дерево. Ой, какое оно гнилое. Это выглядит, навернется. Вот выворотень тоже. А здесь вот не замерзло. Небольшой заберег. Ага, ну вот мостик. Слава богу, выскочил. А то он был вообще залит. Ну, конечно, он сейчас скользкий, наледь. Тем не менее, вот зверюги по нему прыгали. И вполне успешно, кстати, освоили перемещение. Уж со стороны, не знаю, лиса, кстати, ходила. Это лиса ходила, он строчки. Любопытная. А тут я шел, ее следов не видел. Как-то она исчезла. Звуки поезда. Так, телефон прячем. И сейчас акробатический номер. Вот лисьи следы. И моя топовая яма. И вот следы ведут прям по бревну. И она перешла на тот берег. Вот они. Каскадерские, конечно. Ай! Учитывая, что тут лед еще тоненький вообще-то. И глубина приличная. Но я туда пока не полезу. Все-таки скользко. Без страховки. Нафиг, нафиг. Снег влажный. Неустойчивый. Ну просто телефон не хочется потерять, да. Конечно, так я переходил спокойно и в ту сторону, и обратно. Но сейчас без сапог. А яма по-прежнему глубокая. Я так дна ее палкой большой не доставал. Сейчас, может, упала, насколько вода, да, то она перехлестывала через это бревно. Вот это бревно висит, то оно было в воде. Висит сейчас на весу. Эх, где-то моя лестница. А там лед уже толстый намерз. Вон. Где-то моя лестница уплыла где-то. Даже не знаю. Или здесь. Ну, уже сейчас не найти. С этим половодьем. И там мне неудобно переходить пока. Поэтому переходить только здесь. Ну, там тоже сапоги нужны. Короче, не пойду я никуда сейчас. Как она там прыгала, интересно. Ну, перешла вон там по палке. Каскадерка. И видно, вон они следы. Сейчас на том берегу вот они уходят. Ветер разошелся, и меня начинает он просто прогонять. То есть, ну, некомфортно. Тент я взял сегодня, но ветер мне вот навстречу, поэтому весь кайф нарушил. Костер хороший, но дым идет в лицо. Ну и в принципе я уже собрался, можно просто погулять по лесу, походить. Чай скипяченый есть в полтермос. О, вороны прям стаями вьются, вон еще две. Прям их тянет сразу место это. Бросил он чуть-чуть там шкура картошки. На следующий раз подсушу дровишки. Ну, они и так сухие, ну просто, чтоб уж совсем были от снега. Ну, назвать это зимой еще сложно, потому что вот даже по температуре
промокает. Мокрый снег, 3 градуса мороза. Но все равно влажный очень ветер с Амура. Соответственно, сырой, неприятный. Ну, когда ветра нет, очень хорошо. Было вот с утра. Вот это гигантское дерево, как я их называю, реликт. Там он живет кто-то, так аккуратно выгребена земля. Он какой уходящий вверх. Но он не самый крупный, вон тот вон. Сейчас я на него наведу, который с обломанным. Вот он, стволом вот, по обхвату. Ну и вот еще пара штук здесь, 3, и там тоже 3 их, они так как бы полукольцом, 7 хранителей. Четырнадцать, 17, и я продираюсь по тропинке засыпанной обратно в цивилизацию, к людям, к автобусам, к машинам, к интернету, к всяким склокам. Ну вот, еще постою на берегу. Сейчас вот подойду к обрывчику. Тут уже он не такой глубокий. Еще раз на эту красоту наведу. Вот сопка видна, вот туман стал реже. Вот она. Вот там видно скала наверху. Как-нибудь собраться туда сходить зимой на лыжах или на снегоступы взять, прогуляться. Ну, мне вот до тех елок дойти, и там я выйду. Вот елка одна, вот сейчас палец, где там палец, вот он, вот вторая, и там я уже выйду на отмель, и после отмели на дорогу, на лесную. Дальний Восток, Хабаровский край, 14 декабря, почти зима.